На прошлом занятии мы с вами познакомились с основными понятиями теории баз данных, познакомились с историей становления баз данных, сказали, что базы данных в своем развитии прошли 4 этапа. Это этап на больших ЭВМ, то есть централизованные базы данных. Далее эпоха персональных компьютеров, то есть это монопольные базы данных. Далее обратно централизованные базы данных, но это распределенные базы данных. То есть это либо файл серверный, либо клиент серверный. И отдельно мы выделили интернет-архитектуру или интернет-базы данных, опубликованные в интернет. Сегодня мы с вами продолжим знакомство с базами данных, рассмотрим архитектуру и систему управления базами данных, их назначение, классификацию. В процессе научных исследований, посвященных тому, как именно должна быть устроена СУБД, предлагались различные способы реализации. Самым жизнеспособным оказалось предложенное американским комитетом по стандартизации NC трехуровневая система организации базы данных, изображенная на схеме. Первый уровень – это уровень внешний или уровень внешних моделей. Самый верхний уровень, где каждая модель имеет свое видение данных. Этот уровень определяет точку зрения на базу данных отдельных приложений. Каждое приложение видит и обрабатывает только те данные, которые необходимы именно этому приложению. Например, система распределения работ использует сведения о квалификации сотрудника, но не интересует сведения об окладе, домашнем адресе, телефоне сотрудника. Точно так, если имеется база данных ВУЗ, то отделу кадров не интересно, как учится студент, где он живет, с кем он живет. А вот отделу, студенческому отделу, наоборот, вся эта информация нужна, но его не интересуют финансовые вопросы. Второй уровень – это концептуальный уровень. Это центральное управляющее звено. Здесь база данных представлена в наиболее общем виде, который объединяет данные, используемые всеми приложениями, работающими с данной базой данных. То есть этот уровень отражает обобщенную модель предметной области, для которой создавалась база данных. Как и любая модель, концептуальная модель – отражает только существенные с точки зрения обработки особенности объектов реального мира. Третий уровень – это физический уровень. Это, собственно, данные, расположенные в файлах на внешних носителях. Каков же процесс прохождения пользовательского запроса? Пользователь отправляет в СУБД запрос по первой стрелочке на получение данных из базы данных. Далее идет анализ прав пользователя и внешней модели данных, соответствующей данному пользователю. Этот анализ, результат, вернее, этого анализа является подтверждение либо запрет доступа данного пользователя к запрошенным данным. Если же произошел запрет, то СУБД отправляет сообщение пользователю. Если данный пользователь имеет право доступа, то идет дальнейшая работа. То есть СУБД запрашивает информацию о части концептуальной модели. То есть не всю информацию, а лишь часть концептуальной модели. Далее этот запрос удовлетворяется СУБД. И когда она получает информацию о запрошенной части концептуальной модели, она обратно СУБД запрашивает о местоположении данных в терминах операционной системы. Когда она получила информацию о местоположении данных, СУБД обращается к операционной системе с просьбой перекачать часть информации из базы данных в системный буфер. Операционная система производит перекачку информации. После того, как эта информация была скачана в системный буфер, она выдает сообщение системе управления базами данных о том, что информация в буфер скопирована, я работу свою завершила. СУБД берет
полученную информацию из системного буфера и отправляет непосредственно пользователю. Здесь нужно обратить внимание на аббревиатуру BMD. Это база метаданных. Именно здесь хранится вся информация об используемых структурах данных, о логической организации данных, о правах доступа пользователей, о физическом расположении данных. Для управления базой метаданных существует специальное программное обеспечение администрирования баз данных, которое предназначено для корректного использования единого информационного пространства многими пользователями. Следует иметь в виду, что данный цикл не всегда срабатывает полностью. Считается, что СУБД обладает достаточно развитым интеллектом, который позволяет не повторять бессмысленных действий. Если, например, пользователь заново, повторно обратился к СУБД уже с новым запросом, то для него не будет проверяться внешняя модель, права доступа, а сразу будет идти анализ того уровня концептуальной модели, который он запрашивает. И в зависимости от того, есть эта информация, либо нет, операционная система перекачает информацию и СУБД выдаст эту информацию пользователю. Разумеется, в реальных СУБД данный механизм прохождения запроса гораздо сложнее. Это упрощенная схема, но даже она показывает, насколько серьезными и сложными должны быть механизмы обработки запросов, поддерживающие реальные СУБД. То есть любая СУБД должна обеспечивать возможность представления внутренней структуры данных, физическую, логическую независимость данных, минимальную избыточность данных, возможность быстрого поиска, эффективные языки запросов, это в частности язык SQL, требования надежности, безопасности, целостности, конфиденциальности. Она должна предоставлять доступ к данным любым пользователям. Даже если пользователь не имеет представления о том, как эта база устроена, как она функционирует, где хранится, СУБД должна предоставлять этот доступ, если пользователь имеет право. Какими же функциями обладает СУБД, если обобщить все, что мы сказали? Это непосредственное управление данными во внешней памяти. Это управление буферами оперативной памяти. Это управление транзакциями. Транзакция, напомню, это последовательность операций над базой данных, рассматриваемых СУБД как единое целое. Транзакция либо успешно выполняется, и СУБД фиксирует изменения базы данных, которые произведены этой транзакцией во внешней памяти, то есть сохраняет новую базу данных. Либо база данных остается в неизменном состоянии, транзакция откатывается. Понятие транзакции необходимо для поддержания логической целостности баз данных. Таким образом, механизм транзакции позволяет являться или даже является обязательным условием даже для однопользовательских СУБД. Каждая транзакция начинается при целостном состоянии баз данных и оставляет это состояние целостным после своего завершения. И это делает удобным использование понятия транзакции как единицы активности пользователя по отношению к базам данных. То есть, если сказать простыми словами, идет параллельное выполнение транзакции СУБД, и каждый пользователь считает себя единственным пользователем СУБД, так как он в любой момент времени имеет актуальную информацию. Хоть база данных может ежеминутно изменяться разными пользователями. СУБД также должна обеспечивать журнализацию. То есть это то требование, которое позволяет сохранить, обеспечить надежность хранения данных во внешней памяти. То есть позволяет обеспечить восстановление после аппаратного либо программного сбоя.
При этом сбой может быть как мягким, так и жестким. Любая база данных должна обеспечивать поддержку языков баз данных. А мы в прошлый раз говорили, что языками баз данных являются языки описания данных, языки манипулирования данных. Существует множество классификаций как баз данных, так и систем управления базами данных. Довольно часто эта классификация перекликается между собой. В литературе вы будете встречать классификация баз данных, либо классификация СУБД. Практически это одно и то же. Одной из основных критериев классификации является модели данных. С моделями данных мы с вами познакомимся на следующем занятии. Итак, если подытожить то, что мы с вами говорили на двух лекциях, мы сказали, что база данных – это структурированная информация об определенной предметной области. Система управления базами данных – это комплекс программных языковых средств, который позволяет работать с конкретной базой данных. При этом СУБД, как и база данных, прошли 4 этапа развития. От централизованной до распределенной и обратно к централизованной. Любая база данных, она, будь то локальная, будь то клиент-серверная, файл-серверная, она в своей архитектуре имеет 3 уровня. Это физический уровень, непосредственно база данных. Это концептуальный уровень, это СУБД, и это внешний уровень, уровень приложений. Такая архитектура позволяет быть независимым на логическом уровне, то есть изменение одного приложения не влияет на работу других приложений, на физическом уровне, то есть изменение базы данных, перенос одного носителя, например, на другой, не будет влиять на работу приложения базы данных. Здесь я выделила отдельно распределенные базы данных, как файл-серверная, клиент-серверная и интернет-архитектура. На прошлом занятии мы с вами говорили, что локальная база данных или централизованная база данных – это когда и база данных, и СУБД, и приложение. То есть вот это все находится в одном месте. Это, например, Access. Распределенная база данных – это либо база данных отдельно, вот это все вместе, либо приложение отдельно, вот это все вместе. Что такое файл-серверная база данных? Файл-серверная база данных – это когда вот база данных, то есть вот эта часть, физический уровень, хранится на сервере, а у клиента хранится СУБД и приложение, с которым работает клиент. Здесь, если клиенту необходимо обратиться к базе данных, он вынужден полностью копировать файл базы данных и работать уже с копией. Сохранил, изменил, все свои сохраненные изменения обратно вернул в базу данных. Есть и плюсы, и минусы, но больше, конечно, минусов. Основные минусы, которые видны на первый взгляд, это нагрузка на сеть. Раз, нужно копировать всю базу данных. Второй минус – это требования к аппаратной части пользовательского компьютера. То есть чем мощнее база данных, чем она больше, тем лучше с аппаратной части зрения должен быть компьютер пользователя. Ну и проблемы совместного использования таких баз данных. Клиент-серверная архитектура – это когда у клиента хранится только приложение, а все остальное, концептуальный уровень, или СУБД и база данных, хранится на сервере. Здесь, когда клиенту необходимо обратиться к базе данных, он с помощью SQL-запросов выбирает лишь те данные, которые ему необходимы. Вернее, СУБД отбирает те данные, которые клиент попросил, и отправляет ему результат только его запросов, не всю копию, не всю базу данных. Преимущества. Пользовательская база данных. Клиент может работать на совсем, скажем так, простых компьютерах, нет требований к аппаратной части. Идет минимальная нагрузка на сеть. Но есть минус. Если база данных вдруг повредилась, то без базы останутся все клиенты. Интернет-архитектура –
Это также клиент-серверная, но в отличие от предыдущей, здесь нет необходимости приложения клиента. То есть любой клиент, если он имеет возможность выходить в интернет через браузер, он может обратиться к базе данных. На экране вы видите вопросы для закрепления, на которые вам необходимо ответить. Ну, как всегда, список литературы. Литературу вы можете использовать любую. Полный список имеется на Силабусе.